Всем привет! Вы на канале Джессика из Рохи. Извините за такой ор. Каждого, просто каждого бесило. Черкание ручкой на столе. Обычно салфеткой это не стереть. Я нашла способ. И угадать что? Берем обыкновенный антисептик. У меня вот такой. Чуть-чуть оставлю. Я черкну сейчас ручкой. Сейчас что-нибудь там. Ну, я не буду. Но если вы черкаете в больших масштабах. Ой, сколько вам придется антисептика. Я черкаю. Ну, короче, я не знаю, я что-то начеркала там. А сейчас вы увидите какую-то макаляку. А что такое макаляка? Макаляку. Вот. Если что, я знаю, что это работает, потому что я это узнала неожиданно. Достаточно всего-то два брызга. Сейчас, брызну. Вот ручка. Обыкновенная ручка синяя. Черную я не знаю, вот такие, но я не буду пробовать. Я. Видите, оно как-то, наверное, там какое-то что-то, вот смотрите, видите, как это, а потом я вот так вот салфеточкой, и что-то, и знаете, фиолетовый цвет, а то синяя ручка, ну да, нужно, если не получается первого раза, нужно пробовать со второго, и это такое, что-то у меня на парте. Я тут очень много камня. Мне нужно очень много антисептиков. Сейчас буду чистить свой стол. А, и все, видите. Наверное, какой-то там наушник. Я сама антисептик даже за маску может взять. Представляете, у меня там масочка была. Ну, знаете, ну, по маскам. За маски. Все, это даем высыхать этому. Я не хочу, чтобы это... Короче, если вы не знали этот лайфхак, подпишитесь. Я уже сказала, и лайк поставьте. Я помню, у меня видео было. Сколько лайков я обещала? Вы мне обещали, типа, сколько лайков мне обещали? 200 или сколько там? Я не помню, сколько я там говорю. А почему вы не ставите? Вы же хотите? Мне кажется, вы хотите. Если вы хотите влог со мной, лайфхак. Ой, как это слово говорится? Лайфхак? Лайфхак? Короче, я не знаю, как это слово говорится, ладно. Вам, наверное, вы не знали такого. Но антисептик все берет. За маску, карандаши и ручку. Я вообще в шоке. Ну, им пора прощаться. Всем пока.